меня заставила влезть в долги болезнь родного человека. Помощь понадобилась срочная, поэтому брала деньги везде, где давали. Соглашалась на все, не глядя на проценты и условия. Тратила я на лечение быстрее, чем зарабатывала. В итоге болезнь мы победили, но появились задолженности, которые стали просто непосильными. Сначала мучили звонками только кредитные организации, потом появились приставы, а потом и того хуже – коллекторы. Их-то уж точно не интересовало, что деньги я потратила не на развлечения. В общем, положение стало отчаянным и небезопасным. Боялась телефонных звонков, стука в дверь, боялась одна выходить на улицу. Оглядываясь назад, могу сказать, что весь этот долговой период был как один большой кошмарный день. Спасение пришло случайно. Присела в парке на лавочку, где кем-то была оставлена местная газета. В глаза бросился заголовок «Можно ли законно избавиться от долгов?». Прочитала статью, где на вопросы должников отвечал юрист компании «Да банкрот». Пошла в офис компании, выслушала специалиста и решилась на банкротство. Хотя само банкротство – процедура не бесплатная и проходит она не быстро. Во-первых, эти затраты были абсолютно адекватны и полностью несопоставимы с суммой накопленных мною долгов. Во-вторых, сроки перестали меня волновать после того, как с момента начала работы с компанией «Да банкрот» из моей жизни полностью исчезли приставы, а затем и коллекторы с их явными и скрытыми угрозами. В компании «Да банкрот» все сделали строго по закону. Через 10 месяцев с меня списали все долги, включая долги по ЖКХ, налоги, штрафы. Мне буквально подарили новую жизнь, за что я безмерно благодарна всем, кто работает в этой компании. К сожалению, даже самая благородная цель может привести к тупиковой долговой ситуации. И если это случилось, важно знать, что существует законный выход из данного положения, и этой возможностью необходимо воспользоваться. Не теряйте время на размышления о том, подходит или не подходит лично вам процедура банкротства. Просто звоните, проконсультируйтесь и получите профессиональную помощь. Знайте, неразрешимых долговых ситуаций не бывает.